Всем привет, дорогие друзья, с вами iRider. И я мелкий мелко, щип-щип-щип. Да, а также... с нами кореш есть. Да, Just Cool Gamer, cool games, gamer. Shit, bitch, swag, motherfucker, MLG. Типа подписчик, но не подписчик, но вроде подписчик, подписчик, подписчик. Короче, друзья, теперь, чтобы захавать свой ланч, типа, нужно на него, короче, зажать клавишу E. Так. Не, ну это уже давно, это чувак, просто мы с тобой... Да ладно! Это еще где-то, может, обновление 5 или 4 назад минимум. Да. Нормально. Ну что ж, ребят, я продолжаю после первой серии записывать с того же места. Поэтому это будет как летсплей, типа. Братишка, погнали с нами. Погнали с нами. Не отставай там, отставай там. Ой. Он там у гусей, короче, пердолит. Какие-то лаги. Давай, короче, сейчас построить надо что-то на деревьях, это, потому что бэмби, мутанты бэмби, выходят бэмби, и нам пизды дают. Ты же не зоофил, правильно? Давай к нам лучше дуй. Да я хотел этого. Точно убить? Ты с ним ничего коварного делать не хотел, братишка? Ну ладно. Так, Сансаныч, я к тебе бегу. Далеко ж ты ускакал, слушай, Бэмби. Во-во, я пойду сейчас. О, подожди, сейчас все нормально. А ты не видишь молоточек? Есть на карте. Вижу, вижу. Вот. Братуха, беги на молоток. Сейчас там, короче. Так. О, это уже чудище тут пришло. Так, пошло нахрен. Что за чудище? Ну, это аборигенись. Пацик? Да, короче, в чем прикол? Тут же типа мутанты в мультиплеере тоже выбегают и стараются нанести вред твоим постройкам и рушить их. Вот, и поэтому типа желательно строить на деревьях уже дома и все. Давай, вали, вали. Вали, вали, вали! Он что, бессмертный, что ли, алё? А ну сюда подошёл! Вали, вали. Семки есть? Вася, отошёл. Уходи. Давайте уже зажарим. Чур, моя нога. Слышь, отдал. Моя нога. А можно мне, попу его понюхать? А, я врач не буду. Попец, попец, ну дай нюхну. Ну дай нюхну, попец-то. Нет. Дай попец нюхнуть. Нет. Уходи. Отдай ногу. Вкусно? Давай, проход 9.75. Заходи, заходи. Ух, у него жопа волосатая, слышишь? У него волосатый попец. Клуб анонимных ботанов. Отвечаю, с рерасерми. А какой у меня скин? Братан, это клуб анонимных попанюхов. Рейнджеров. Подожди, тут, по-моему, можно изменять. Стой, подожди, ты ему, походу, жопу зашил. Да? Отвечаю. О, смотри, что можно. Смотри, вот так вот. В смысле? Ага, все, я его украл. Да, я дай. Я Ляшка, никому не отдам. Обнамила пальцы мой. Зато у меня нога есть. У него нога отросла, я ему ногу отрезал, у него она опять появилась. Нихера себе. Надо, давай ему, короче, руку сейчас отрубим, и Just Cool возьмет руку. А, у него ноги, ноги, ноги. Че за жесть? Ну, как бы вы не старались, я не отдам вам своего трупика. Это мой личный сорт трупика, алё. Отдай труп. Короче, пойдём что-нибудь строить, не гони. Отдай. Да чего прикопались ко мне? Идём, идём, достраивай. Там дом на дереве я где-то уже ставил. Надо типа его достроить, и чтобы было безопасно. Я, короче, вчера динамит кинул, слышишь, под вышку. Он как херанул. Той вышку и все, и заболеть разнесло. Просто нереально. Да. Я не могу понять, какие тут ягоды нужны. Чуваки, это норма то, что у меня фотка на рюкзаке куда нигера. Ну, стерова. Дэм, сэн. Аши, аши. Аши, аши. Аши, аши. Да, блин, как-то далековато бежать. В принципе, вот здесь можно посмотреть. Смотри, вообще ништяк. Да, в натуре сотри, давай. Стилё вообще, братан. Короче, ребят, разрабы писали, что этот лес сделали более густым. Вот, и да, оно так и есть, посмотрите. Густым. Не густым. Я густым. Короче, к молоточку побежал. Густым. Вот, за счет этого... Слышь, останови его, скажи, что мы здесь строимся. Братуха, братуха, стой, мы тут будем строиться. Короче, за счет этого добавили очень много кустов, и теперь, ну, практически ничего не видно, что там вдали. Чуваки, это очень посмотрите круто. На это жирное, огромное дерево. Все, давай, давай, короче. Так, я сбрасываю здесь трюпик. Да, сейчас захаваем его как раз и будет. Ааа, Васина! Васина!
Зарубали, пацана. Вот так. Вау, вот есть его ласта. Припихнуть. Бэм, Вася. Ванерно вот так вот. Бэм, Вася, вторая ласта. О, у меня как раз есть веревка. Так, ему... нога. Нет, ногу я заберу. Чё, смотри, я его... А, показала. Чувак, ты знал то, что ты похож на какого-то педофила? Не, реально, смотри на него. На какого-то педофила похож. Братиш, ты себя видел? У тебя, короче, такие золотые очки и усики, словно ты маленький такой извращенец, в детсадике подглядываешь. Педофильчики, не ссорьтесь. Стоп, у меня такой же скин, как и у него? Да вы ботаны, отвечу. Вы близнецы, короче. Вы близнецы. Че, серьезно? У меня такой же скин? А у меня тоже ботан? Нет, у тебя стандартный. А, я Нига или нет? Не, обычный стандартный, самый первый, который. Ну, очки, усы, да? Без очков, просто вот эта борода такая неухоженная. А, типа как Робинзон, все, я понял. Черные волосы, вот и все. Все, давайте, пацаны, рубим, надо по барику достроить дом на дереве, потому что мутанты приходят, и они разрушают все постройки, надо по максимуму движ запечатать. Боже мой, Сан Саныч, это отвратительно, просто нереально слышать, я тебе отвечаю. Да-да-ра-ду-да-ра-ба-бора-ба-бора. Такое эхо жуткое. Просто я рыгал в окно. Смотри, тут не с первого раза можно разрубить кусты. Да, они не с первого раза рубаются, это верно. Не, вот это да, прикольно то, что сделать, что надо зажимать вот эту Е, обычно получается. Есть, так, мясо. Вот, пусть жарится. Наверное, сразу... О, у меня 4 штуки, окей. Короче, ах, вышел новый компендиум. Компендиум это когда, понял, разные шмотки типа даются тебе, короче, в доте. А, то, что ты видос выкладывал. Да, в чем прикол, ребята аутисты, блин. Вы случайно дерево, на котором стоит наш дом? Нет, не срубили. Короче, эти аутисты, ну типа люди, которые видели это, некоторые просто не смотрели, а вся шутка в том, что вещи продавались в натуре на шару, они стоили там по 2 бакса, да, ну. По 3 бакса, на этот, ну в этот день распродажи, скажем так, когда вышел компендиум, понял, все школьники решили вдруг продать свои шмотки, чтобы купить компендиум, там он всего $4 стоил. А в чем прикол? Ну прикол в том, что дорогие имморталки, которые, ну, иммортал вещи, которые стоят по 2, по 3 доллара, типа, они продавали там вплоть за 20 центов. Хрена. Прикинь. Я купил себе несколько имморталок, которые продавались раньше по доллару, по 20 центов. По 20-30 центов. Чуваки, а в этой версии можно лазить по деревьям? Просто я помню, что это версия. Не, уже, братан, это давно пофиксили, очень давно. Так, а теперь цена поднялась или нет? Да. Опять поднялась? Да, я себе купил, типа, все там, за мелочугу вообще. Уже вообще не. Они реально красивые, серьезно, там очень крутые имморталки. Короче, знаешь, типа, эти люди, типа, подходят сектанты и стараются, типа, тебя убедить в том, что там такая-то такая религия, это круто, там, вера в Бога. Да. У меня было дело, чувак, поехал я в этот, в центральный магаз Рошен, купил, короче, торт и иду с этим тортом домой. К дяде. Ко мне подходят такие сектанты и начинают мне рассказывать, типа, а у вас есть свободное время, а что вы, хотите мы вам расскажем немножко о Боге? Чуваки, а вы знаете, что самое неудобное? Да, короче, в чем прикол? Подожди, что он рассказывал? Подниматься, я вообще не врубаюсь. Да погоди, пока мы лестницу не достроили, ты не поднимешься. Я понимаю, но если достраивать до конца этот дом, я просто не мог убираться. Самое ужасное вещь, что это не упало. Да, я думаю, сейчас она уже как бы пофиксили ее. Похвата. Да короче, понял? Ну, я раз перепутал. Вот, все, пока мучит. Рассказываю. Короче, я раз перепутал, сказал мне атеист. Ой, точнее, не аутист, а атеист. Не, подожди. Да, я, короче, запутался и сказал не аутист, а атеист. И прикинь, к тебе, короче, подходит вот этот сектант, говорит, что типа давайте расскажу о Боге, бла-бла-бла. И ты хочешь сказать атеист, что ты типа атеист, тебе это неинтересно. А ты он перепутится и скажешь, нет, спасибо, я аутист. Бля, мы с тебя отвечаем. Братан, тут прошла инфа, короче, что Сан Саныч аутист. Мне походу откисло. Я. Конечно. Конечно же нет. Ты что, не в коем случае? Не, вообще Джеки Чан нормальный тип. Джеки Чанинг Татум, ты что-то напутал, братишка. Здорово, один пенек остался, ну.
Один пень. Вот это чувак. Подожди, так, стоп, что ступеньки есть, да? Есть, отлично. Ну, братан, мне кажется, у тебя немножко этот начнется, типа запор, понял? А у меня, блин, его плохо слышно. Я тоже его не. Я уже съел. И я одно съел, но сейчас посмотрим, что будет. Ой-ой-ой-ой! Ребят, меня тут в кустах не видно? Чуваки! Чуваки, у нас проблемки. Мы очень плохо построились. Почему? Тут рядом, этот лагерь аборигенов. А мы можем оккупировать. Блин, тут почему какие-то бревна эти лагерные, не с первого раза могут поднять. Все, в смысле, слышишь? Была типа нарисована лестница, чертеж, а теперь вообще канат, лестницы нет. Ладно, дичь. Давай тогда поставим подносик и какую-то сушилку и... Милка, тут абориген зомби. Где? Он прям на тебя смотрит. Прям на тебя. А, вот, в натуре, блядь. Тут шаришь? А, братуха, ты же не шаришь в прикол. Возьми камень, найди какой-то камушек маленький в руки. У меня энергии нету, я не могу драться, братан. Мне нужно быстро на дом вылезть, короче. Ну, ты чё, под землю снова? Опять? Лалка. Мне бы, короче, поспать, я хз вообще. Вот, тут засейвиться можно. Чекпоинт, мапа. Короче. Да, угадаю, у тебя там это? Стой, отойди, отойди. Тебе предложили котят посмотреть? Я просто чувак, не помоги! Да все нормально, сейчас вылезешь, ползи, ползи. Поднимайся наверх. А вот, все, я смел. Ребят, если хотите тоже поучаствовать с нами в сходке, то пишите об этом в комментариях, добавляйте нас, друзья, в стиме, и мы вам кинем приглашение, когда будем проводить данную сходку. Так. Ники у нас такие же, Мюкс, Чепи и Риды Триер. Так, сколько там бревен? Ой. Они же к нам не смогут залезть, если заберут. Смогут. В смысле, нет. На деревья? То есть они залазят на деревья, но они не допрыгнут. Тихо. Скажи, что могут. Скажи, что могут. Ну, вообще могут. Куда это по? Я подплю тут. Они в натуре, они могут просто залезть к нам и изнасиловать нас, понимаешь? Поэтому старайся не выглядывать. Если тебя не видят, они лезть не будут. Ну вообще, короче, они могут взять аборигена ногу и тупо изнасиловать тебя в сраку. Этой ногой. Ну, короче, соседи педофилы, да? Угу. Вот, смотри, что у меня есть. Ты слышишь эти тарзани и крики? Ты это видишь? Господи, я играю на ультра, но у тебя борода просто такое низкое качество, просто ужас. Да, если у меня есть борода, мне все тёлки скажут да. Смотрите, пацаны. Так я надеюсь, что оно не разнесет, потому что вчера оно мне так бомбануло. Нифига себе! Смотри, посыпались пылом, голова покатилась. Я думаю, это бенгальский огонь, ёма. Это фейерверичный запал шкрица. Это этот, как его, бенгальский огонь? Спермопутешественница. Ага, нормально. Так, не, ну слышу, это нормальный движ. А как она лепится? Слышь, нормальный движ. Она кидается. А с чего ее лепить-то? Не, их надо находить. Ага. Тут чё, типа ящички добавили и... Так, сейчас... О, как ты туда забрался? Ого, нифига! А это сыка? Куда, наверх или куда? Да, смотри. Надо попробовать. А, слышишь, там, короче, какие-то шняги с тотемами. Google, надо попробовать Google построить. Google, здесь, короче, прыгай, соорудим. С контролом. Прыгай сразу контрол. Так, тотемчик. Давай сейчас попробуем поставить. Давай вот это вот неплохая шняга. Что-то, короче, изменилось с этими тотемами. Давай попробуем поставить. Братуха, помоги. Так, ладно, забей. Ладно. Короче, спускаемся вниз. А, тут и тела, лох. Я бы с радостью похавал чё-нибудь. Нет. Там... Нам давай лавочку поставь. Чёрт, у меня же там мясо сгорело. Нет, где похавай, если надо, да, он быстрее мясо жрал. Нет! Ляшка! Я же готов просто тебе стал. Ляшка. Антон Ляшка. Можем, в принципе, пойти в пещеру и посмотреть, что там. Там вроде этот реблизер есть, катана есть. А, короче. Стой, погоди, мой аутист садиться не хочет.
Чувак, мне братуха написал, о, что лязда. Самый мощный читерский этот тамагавк, типа, это палка, и на палке череп этого аборигена. Сейчас надо попробовать соорудить такую шнину. Так, о, наконец-то я сел. Сел? Ура! Она нормально без бага уже садится. Да. О, ты, я подвинулся, и ты упал рядом. В смысле? Вау! Прикинь, ты подвинулся и сел рядом. Ничего себе. Вау! О, так смотри, мы троем сидим. Вау! Тихо, не ешь мою ногу, ты че? А вот это тема. Это моя нога. Ой, Пукан, пукан, я бомбит, неси огнетушитель. Я сел в огонь почему-то. Я его толкнул, если я правильно понял. Так, давай, сейчас голова, головушка, давай, быстрее пережаривайся. Короче, надо найти катану, катану. Вот. Очень хочу испытать ее. Помнишь, яма была огромная такая? Ну? Надо ее найти, потому что я не знаю, что с ней сделали, либо ее уже нет. Либо она есть, но я хз чё с ней. Братан, я думаю, мы её не найдём. Я уже не помню, где она находилась. Сейчас, да чё так оно пережаривается долго? Ну, давай. Это костра не вижу. Я правильно сижу? Ну вот, перед тобой костёр. Струсил. За тебя, чувак. За тебя. Да, за тебя, братуха, там. Ой-ой. Ненасытный. Ой-ой-ой, нас опять окружает. Я о, наконец-то, сейчас, а ну-ка. Раз, блин. Натуре! Нас обходят, нас обходят! Окружили! Нази! Шухер, шухер, да? Я тебя сломаю, придурок! Я под фактурами буду сидеть. Я тебя сломаю, придурок! Я тебя сломаю, придурок! Сломаю тебя полностью! О, смотри, смотри, ща я его загандоню. Мне, короче, чувачок написал, да, спасибо тебе, брат, что ты мой этот видос. Он написал, что вот... Так, как это вообще называется? Crafted Club. Это чего? Самое читерское, типа, и мощное оружие, и катана по сравнению с ним отдыхает. Вот просто берешь, короче, голову аборигена, жаришь ее на костре, потом череп совмещаешь с палкой. Это что у тебя в руках? Милка, что такое? Что? Я палочка, аутист. Ебать, нам патруль бежит! Патруль бежит! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это же в натуре, смотри, смотри, это пепсы, пепсы! Пепсы, прячьте ягу, прячьте ягу! Хавай, хавай, хавай! Прячем, прячем! О, блядь! Прячь пивчик, прячь ягу, смотри! А, так оно слышишь? Проголодался, братуха! Ты видел, он налетел, он начал хавать своего мертвого соплеменника. А, ебать, ебать, не удонил, братуха. Я буду счастлив со своей костью. Погоди, ты пожарил черепуху, правильно? Да, да, да. Ну, голову, типа, из головы у меня получился череп, а потом этот череп я совместил с палкой. Не веревка, не веревка. И это получается самое мощное, типа, оружие, которое есть пока. Я тогда тоже пожарю голову, короче. Но я все равно хочу катану попробовать найти. Она очень красивая. Сейчас я пожарю свою и ласту, типа, не хватает, короче, две головы и две палочки. Да в жопу их забей. Что-то с тотемами сказали, изменили в этом обновлении. Что-то какие-то, не, по-моему, необычные, или как-то не действуют нормально. А, и кстати, если тебя абориген убьет, это, по-моему, только в сингле, то ты будешь в пещере появишься, как бы подвешенный на веревке. Тебе надо будет убиться. Голова, голова, братуха, надо голова. Две головы. Две головы. Я свою не отдам, я с нее буду делать себе метод. Окей, я одну голову положил уже. Одну положил, да, еще одна осталась. Так. А чё она так долго горит? О, да, ну, кстати, а вон, она упала. Смотри, вон слева, видишь? Да. Не, у меня не упало. Так вот, посмотри. Где вы еще убивали? Вот, всё, я подобрал, нет, череп. Или у тебя есть? Не, она до сих пор горит. Во, теперь упала. Упала? Да. Понятно, синхронизация опять. Ого, синхронизировали на максимум, да, такое? Угу. О! Crafted Club, bitches. Бери, оно, отвечаю, мощное, очень подожди, мощное. Подожди, Burning Crafter? Вау, тут можно что-то еще скомбинить. Есть голова, нет? О, сейчас будет. Ае! Да, есть. Где, а, вот это?
ну давай посмотрим, какой это будет вообще-то, как он себя представляет. Так, подпалить его можно. И что? Я поджег, глянь. Бегут. Я слышал кого-то. Это бурчание моего живота, братан. Да не. Да у тебя живот научился кричать. Да блин. Ащи. А не, хотя да, прикольный. А, по-моему, огонь изменили. Ну, он такой какой-то стал более интерактивный, я бы сказал. Давай еще что-нибудь поставим. Тут что? Там смотри, короче, ново, много чего добавляли. Раз, два, три. Три аборигена, один с огнем. Четвертого вижу. Стоп, а где вышки ему найти? Ты аборигена впереди меня. Прямо иду вперед куда-то, но не к нам. А, о, нашел, отлично. Так, если тут наша хата, то где-то вот сюда надо поставить эту вышку. Чуваки, рядом патруль, кажется. Чё, Пепси снова? Снова? Где? Да, патруль идет. Слушай, патруль. Как-то быстро два проголодывается, я тебе скажу. Давай хоть ногу зажарим. Ну давай. Да, кстати, в натуре я ж только что хавал. Я два раза похавал. Там причем не прошло минуты и уже немного отнялась эта сытость. Да. Чё здесь? Я ж тоже хавал, да, вместе с тобой. Надо смотреть, короче, вышку настроить, а потом от вышки до дома провести ступеньки. А, здесь, кстати, добавили... Вот, смотри. Не понял. А, блин, короче, смотрите, ребята, это не действует в мультиплеере. Что? Типа, если вы берете вот такую вот лестничку, да, то вы можете поставить и продлить ее на высоту. Там, до максимума я не помню. По-моему, как действует она, как и вот платформа. А в мультиплеере пока такого сделать... Тихо. Пепс, тихо. Смотри, Пепс идет. О, меня спалили! Загандоним сейчас его. Это железный человек! Я придумал. Вот тут, он очканул. Ё-моё! Хера! Хера, братуха, ты это видел? А чё стрясло? Деревья тоже разрушаются, динамит. Это изи, это тупо изи. Берешь динамит, кидаешь там, где много деревьев. И это... вот это тема. А, вот всё, вроде сейчас поем. Ты подзырь, сколько здесь брёвен повыпадало. Тупо изи, абуз. В натуре глянь, братан, да тут хоть жопой жуй их теперь. Вот это круто. После костра сбрасывай, короче. Ща, тут надо вышку построить. Смотри, я вам чертеж запилил. Вот, еще сколько тут? 6-4. 8 бревен еще нужно. О, смотри, боже мой, братан! Братан! Да тут ё-моё, сколько их! Но... Смотри, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все мальчики, но не моя девушка. Смотри. Давай, таскаем. Вот это нормуль. Ах, разрабы, нет. Просто поцелуй в попенцию. Бросай возле костра их. Так тут постройка есть. Не молчите, не одиноко. Братан, мы тут бегаем, собираем бревна, тут их дофига, короче. Да, помогай, братуха. Откуда у вас так много бревен? Я динамит подорвал возле нескольких... Сан Саныч сделал Аллаху бабах, короче, и оттуда выпало, типа, хоть жопой жуй бревен, так-то. Так, теперь, чё, а ну-ка, мне интересно, можно ли отсюда провести? Братан, выключи. Ой. Эхо создается. Да, я шарю. У меня аж сабвуфер разрывается. Блин, от халупы нельзя провести, ну окей, давай тогда попробуем еще здесь поставить, вот, наверное. Блин, я даже не знаю, ну давай вот. Тут вот. Все, а потом пройдем от одного к другому мостик такой. И будет хат. А, в принципе, знаешь, что еще можно? Сейчас попробую одну хрень запилить. Я, конечно, не знаю, как это получится. Будет много читера, но должно быть неплохо. Так, вот так вот получается. Вот. Вот так вот, смотри, если я поставлю, как думаешь, можно будет забираться? Думаю, да. 15 бревен, ну давай, таскаем тогда. Вообще, сейчас мы еще, да, сейчас еще один динамит возьмем, да, вот он есть. Динамит? Смотри, где здесь побольше? Ну-ка, смотри, вот здесь вообще. Давай. Вот здесь вот пуляй, да. Ну. Швыряй. Вот нет! Ё-моё! Охренеть!
боже мой! Посмотри, сколько их! Ё-моё! Вот как я встретил! Тема. Как я встретил вашу маму? Не, братуха, в честь этого отвечаю, нужно запилить немало серий. Ахри! Почаще собираться в The Forest с братухами, отстраивать колонии. Это жесть! Ты посмотри. Видел, сколько тут высралось деревьев внезапно от одного тянула? Да, я увидел. Это тема. Еще два бревна нужно. Круть, реально. Нормально. Так, теперь смотри, что можно сделать. Так, берем такую шнягу. Вот отсюда и прямо до сюда. Можно, не? Во, смотри, опа. Ащи. Там где-то там вот... А, вот еще можно сейчас еще проведем. О, 32 бревна, ё-мо. Мне кажется, немножко неровно. Все. Ой, красавица. Все четко. Все есть. Смотри, вообще супер. Ого, блядь, сколько их, слушай. Где, че? Ого. А у меня бутылочек нету, я не могу кельмотова сделать. А я пойду им накостыляю, а? Мася, не! Мася, уходи! Попахавать надо. Нифига, это... странно, чувак, тут тотем стоит. О, бог ты мой! Они все равно прибежали. Братан, я походу сейчас отъеду, короче. Где-то. Бегу, бегу, братуха, бегу. Я сейчас сдохну, братан. Иди ко мне, сейчас тебя прикрою. Я тебя не вижу даже. А, вот, вижу. Мне вообще жопа, короче. Гаси его. В этом-то и проблема, что не могу. Все, я одного положил. Все, голова есть. Сейчас я, короче, пожарю ласту. Надо, давай, короче, тупо сносить в одно место этих всех аборигенов. Вообще тема. Кстати, можем сгонять в лагерь этот аборигенов и посмотреть, может там динамит найдем. Если да, то это еще будет огромный запас брёвен. Ну ты посмотри, вот то, что в мультиплеере теперь можно строить вот такие вот мостики, это вообще бомбец. А, кстати, что хотел проверить. А, да, братуха, смотри, немного читерно, но все равно прикольно. То есть, все равно забраться можно на дом? Во, только... Ага, перепрыгивает, ну ничего, нормально. Вот это шикардос. Только я не могу понять, почему... А, вот, сохраниться можно, сейчас тогда сохраню процесс. Так, слот 3, отлично. Так, я думал, что у меня восстановится энергия... Ой, ХП, но оно почему-то не восстанавливается. Я захавал ногу, короче, минимально восстановилась. Надо, короче, этого черта просто разрубить. Боже, он меня бесит этими звуками своими. Ой, братуха, я в ловушке. Блин. Что стряслось? Блин. Что? И, короче, подняться можно спокойно, а вот спускаться придется спрыгивая. Я пойду, короче, Блин. Реально, придется спрыгивать. Лолита. Чуваки, а почему ты как это как обычно просто. Пластик. Пластик. Нет, не пластик, а власти. Бластик? Власти на фальшивили. Ужастик. Захавал две ноги, оно мне даже не до конца здоровье восстановило. Это все нормально? Ты ногу с... А, так может нога не пополняет столько... Я две ноги захавал, братан. Две? Ха. Ага. Может, специально сделаю, ну просто тут смотри. Ой. Типа, аборигены убиваешь? Что? Меня видишь, не? Лифтёр. Эй, пеньку распустился. Хогвартс, у нас тут личный Хогвартс. Воу, чё за звуки? Ой. О, как она появилась. Я в текстурах застрял! Смотри, я в текстурами лажу! Меня удивляет тот факт, что она появилась из ниоткуда. Вот это поворот, братуха. Братан, ты посмотри, как интересно ее бить отсюда. Да я вижу. Чуваки, я нашел, короче, какой-то камень. Братан, хочешь прикол? Какой камень? Короче, там, если взорвать этот камень, то под ним будет какая-то шахта. Лол. О, хочешь? Я походу с текстур не вылезу. А, так ты видишь вот эту веревку? Нет. А, нужно было присесть, понял? Глянь. Блина. Смотри. Я вылажу вот так. Нажимаю Е. Теперь смотри, оба!
еще остался динамит? Я хочу этот так, вход. Можно открыть. Нет, динамита нет. Ой. Ой. Блин, ой. Да, динамит ой, надо найти ой, в лагере. Не, короче, смотрите, надо братан, подняться. Братан, как отсюда выбраться? Поднимись и спрыгни просто. О, насчет, кстати, там, по-моему, канат нужно было присобачить. Короче, я в лагере все облутал. Особо таких важных вещей не было. О! Все, проблема решена. Че там? Я канат с другой стороны приделал. А, братан. Ау, решил проблему, решил. Аще, как ты сюда выбрался? Идем, посмотрим, по лагерям пробежимся, может найдем динамита еще. Только, блин, похавать надо. Да-да. Чего-чего? Чуваки, я на том кастрюлю. Идем. А, кастрюлю? Он говорит, что ты на Игромир не поехал. Нил, а почему ты не поехал? Так я ж в Киеве, в Украине вообще, а Игромир в России. А я вообще в Киеве, я поехал. Не, а где он? У меня учеба, я не могу проблем. Он школьник просто. Ахаха. Короче, так, что у нас там есть? Ага, все, мы видим, где находится наш дом. Осталось только найти динамит и бахнуть его. Самое странное, то, что в этом лагере вообще нет аборигенов. Все это время ни одного. Даже рядом его. Чуваки, я нашел бомбу, короче. А, кстати, слышишь, тут можно это... Из нее, кажется, можно дальность обзора увеличить. Как? Настрой. О, две схемы нашел. Из них можно бомбу делать, да? Да, там не только. Подожди, где ты? Я тебя не вижу, братан. Ага. А значит, я на вышке был, вот я залезаю. А, где ты кастрюлю нашел? О, прикольно. Сейчас покажу. Лол, я чьи-то портянки снял отсюда. Ага. Кастрюля вот, да, здесь. Ой, спасибочек. Братиш, спасибо. Веревки. Блин, смотри, здесь голый изнасилованный человечек. Ае, бэйби. Аще. Ай, ай, ай. Хочешь прикол? Вообще никого нет. Вот, труп лежит. Нет. А у меня есть. Ну, тут у меня есть труп. А у меня тут нету, понятно. Ну, здесь инград. И вот, смотри, труп лежит. Аще. А у меня здесь нет. Вот, у меня он здесь вот. Ай, понятно, короче, The Forest. Так, ну что, побежали еще несколько. Возьми-ка... О, стой. А ну, остановись, плиз. Так, сейчас проверим одну хрень. Стой. Стой, братуха, стой. Что? Да, ну блин. Подожди, я пытаюсь на вот эти ящики выпрыгнуть, смотри, оба. А чё это такое? Аще. Это? Короче, если у тебя есть динамит, ты можешь бомбануть его здесь, и появится, короче, вход туда спуск. Вижу. Лол. А у тебя есть еще динамит? Нет, последний потратил. Надо пробежаться по лагерям, поискать, может, найдём ещё. Ну, короче, динамит надо, чтобы его открыть. Да. А вот эту схему, бомбу, это... Не, оно так не делается, к сожалению. А как динамит выглядит? Палки такие. Красные? Динамит, кажется, еще нельзя крафтить. Ты что, я? Крафтить нельзя, их только можно находить, они в пещерах и в ящиках. Ну окей, его, короче, так, сейчас я в эту сторону побегу. Надо просто бегать по лагерям. Они вот в основном в лагерях эти ящики рассованы, и ты их разбиваешь, с них выпадают либо баночки с содой, либо динамит. Нормально. Да. Так, братиш, ну что, я думаю, у меня еще минут 10 есть. Ну, кое, пробежимся до лагеря, может, найдем динамит, вернемся и как раз там закончим. А ты куда? Ты уходишь или что? Не, у меня дальше просто типа стрим. Сейчас, секунду. Окей. Ответить нужно. Шкура. Опа! Не, ну мне нравится то, что вот это сделали более такую густоту. Вообще четко очень смотрится. Еще и текстура очень красивая, детализированная. Смотрите, просто шикарно. Да, тут ничего не скажу. Вау, глянь на небо какое, оно четкое. Охренеть. Тут, короче, смотри, типа, ты можешь выставить дистанцию обзора,
то, ну, дальность видимости. Где? Если у тебя голимый комп и не потянет типа по максимуму, то все равно как бы... Чуваки, ты ничего... ненужные зубы аборигенов. Что? Ненужные зубы аборигенов. А, зубы аборигенов. У меня есть. Если у тебя слабый комп, то ну, типа, ты из этого ничего не потеряешь. Просто поближе будут деревья находиться и все. Интересно, девки пляж. Попробуй. А где она там находится-то? Ну, настройки, и справа там, где аудио, внизу в углу. И там файл то view. Погоди, options внизу. Да. Field of view? Да. И куда нужно ставить? Вправо, влево? Направо поставил, а потом это налево, вот сравни. По идее, здесь должны быть ящики с... Вау! Ну просто да. Я дома повышаю на самом деле, топорики. Ну и из камня. Вау, прикольно. Вы куда там? Мы, братуха, ищем динамит. Не, наполовину интереснее, братан. Так как-то да, понял, я, типа, а непривычно. Понял, я не чувствую его, типа, героя. Почему? Вот у меня зубы есть, зубы, куда их пихать-то, скажи, я позасовываю все свои зубы. Нет, ты, короче, можешь апгрейдить оружие и улучшать всякую характеристику. А как их нельзя выбросить? Зачем выбрасывать? Или ты ему хочешь убить? Не, почему можно? Стоп, кость? Кость? О, вот, чувак, здесь кости есть. Я походу что-то нашел. Кстати, братуха, ты не забывай про аллигатора. Стой, здесь что-то можно накомбинить, но я в душе не могу. Стой, если моя жена... Стой, братан, если я правильно понял, погоди, если я правильно понял, где-то здесь находится наша черная дыра. Здесь черная дыра есть? Да, вот я искал, что-то я не нашел. Да, я знаю, это уже. Она где-то здесь недалеко. О, я нашел... Погоди, дерево? Где? Дохни, брат! Тут у меня нет. Есть маленькие паучки, где маленькие грудью. Так, план сосмачивает. Итак, кстати, братуха, покажи подписчикам воду, потому что ее изменили полностью. Она типа 3D-шная, ровная. Бягу. Очень красивая. Так, аллигаторы, надеюсь, я сейчас ни одного не встречу, потому что они уже убивают. Серьезно? Да. Нормально. Так, все, я нашел переднюю часть самолета. Ого. Носовую часть. Ну-ка. Нормальный. Да блин, запрыгни. Эх, сейчас бы в 2015-м запрыгнуть. Может сходим в снежный дом? Лол. А чего да черная? А, нет. Да, она какая-то. Изменили это просто. А сверху черная, а когда внутрь ныряешь, нормальная. Короче, здесь просто схемы. Кстати, можно попробовать сделать обычные бомбы. Не плыл, о, черепаха для коллектора. На! Ой! Я кого-то своего, походу, ударил. Сейчас, стой, отойди. Надо, чтобы вылезла голова, а потом по лесу драх. Чего он не хочет вылазить, алё? Там как-то по-особенному надо. Чё, особенный, что ли, алё, Вася? Да, прыгай и летай с угла. Так, собрал все дерьмо. Так, ну что, черепашечка. О, вылезла. Прости, родичка. Да блин. Аще! А ты можешь сделать коктейль молотова, кинуть в нее? Конечно. Кстати, сейчас одну шнягу увидишь. Погоди, я не могу выйти теперь отсюда. Бред. Только смотри, когда у тебя будет коктейль, его надо поджечь. Там букву L зажать. Я не вижу черепаху. Так вот. Тут где-то рядом есть пещера, это точно. Она пропала. Прям где-то рядом. Да. Да что ж такое? Ладно. Ну вот она появилась снова. Поджигать? Да, кинь ее. Смотри, там прицел появился. Сейчас увидишь. Только подпали, а то обычную бутылку кинешь. Уже понял, вижу. Кидай. Борщ! Чувак,
Борщ, водка. Да, тоже заметил. Борщ. О, кидай, вылезай. О, горит. Так прицела там не было почему-то. Да? Был. У меня не было. Он на земле. Такой типа кружочек появляется. Понял. И что с ним ему насадь? Алло, галерка. Походу. Он да. Пропал. О, снова появился. Масет, ты че, ты еще мой порубан? Ладно, хрен с ним, че, идем. Я ему... А, нет, это... Глёрка, Вася, встал, быстро. Все, я его убил. Убил? Да, он. Мясо все подобрал? О, отлично, как раз бы еще похавать. Давай, может, туда вот вдоль берега пойдем. Пойдем. Надо быть реально аккуратным, потому что сейчас как аллигатор выпрыгнет. Эй, моряк, ты слишком... Смотри, а там еще две черепахи. О, чуваки. О, отлично, для коллектора. Пещера, я помню, свой дом строил. Да как ты ее убил, блин? Была большая пещера. Я просто лупил по ней, да и все. О, сундучки. Я там сейчас подожди, я топор нашел. Много чего. Вау, там. Глянь, сейчас нож выпадет. Хромированный. Блин, я ж недавно эти кейсы открывал. Капец, просрал 11 баксов. Ну, правда, игровых, стимовских, но все равно. Ключей накупил? Да, пооткрывал. И что выпало? Ну, такие неплохие, там по $1.5. Пистолеты. Ключ 2.5, а шмотки 1.5, да? Не, да, конечно, обидно, но все равно выпало то, чем я обычно играю, и ну прикольно теперь. Нормально. Так, что-то как-то ты. Ну короче, это ж типа уже показатель, правда? В смысле показатель? Онка вооружений. Показатель уже хоть чуть-чуть, типа. Прям а я вот только не знаю систему. Там либо тебе уже пихают всяких разных по уровню. По званиям, либо только все, тогда, я... когда... А, стоп, у тебя же есть, да, звание уже? ХЗ. Ну, я еще ни разу в ранкеде не участвовал. А, подожди, ты в соревновательных не участвовал, нихрена да? Нихрена себе. О, сейчас братуха. Нет, все. Не та шахта. Я, потому короче, не знаю систему. Тебе, походу, надо сначала звание получить, только а потом тебе будет к разным. Да. А может уже кидать к разным, не знаю. Ну что, я... Давай спустимся по баррику сейчас тут подойдем. Аще! Воу-воу-воу-воу. А, это темно, типа, стало. Угу. Все. Сполыхуйку я подпалил. Аще! Зажег. Жалко, нельзя проскользить по фастеру так. Да. По спиду. Эти звуки... Как будто бы старый педофил какой. Мне интересно, как он... Вот он ползет одной рукой, о, еще и отпускает. Ничего, в воде. Там мертвые дети. Так, реально, на воде. Господи. Вот это поворот. А, так это стандартное дело, я тебя умоляю, я их каждый раз вижу. Это какие-то трупы куриц, только живые. Они двигаются. Да ладно. Да. Так, мою ну, еду не хавать. Я старался, охотился. Это а, стоп, ты с братухами, ты же черепаху убил, у тебя по идее мясо есть. Мясо, может быть, сейчас гляну. У меня ноги есть. Ноги, да, нужно приготовить. Ну, мясо больше тебя прибавит. Мясо не вижу. Почему-то нету мяса, братан. Только ноги, руки. Все, я похавал, отлично. Ну странно, ты ведь... Ты мой кусок съел или свой? Я свой, спасибо. Ладно, я попробую дальше пойти. Ой. Там аккуратно, там их будет много. Стоп, можно ж этот лук, помнишь, мы лук делали? Да, было как дело. Как он вот так вот, походу. Да, все, у меня лук есть, только перышки нужны. Ракетница у меня есть. Аще! Ого, ого! Ты посмотри, куда он спустился. Кто? Карифан твой? Да. Натуре. Воу! Как так-то? А как ты туда спустился? Алло. Алло. Мужик, как ты туда спустился? Я по камням осторожно прыгаю. Осторожно, на камнях говорит. Есть небольшие выступы. Я на них прыгал и немножко. Да, спалил. Да, здесь, да, вот, да, 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 короче, вот там в приседе нужно аккуратно. Осторожно там. Оп, оп. Ну, можно какие-то. Во, все, я спустил. Да, да, вот там вообще смотри, четко. Сыкотно. Ныряем вниз и идем дальше. О, веревка.
Давай попробуем нырнуть, если получится. У меня, кстати, баллон есть. Акваланг есть? Да, тут есть акваланг и баллон. Глянь, тут рука чья-то торчит, твою мать! Видел, видел. Во, внизу рука чья-то торчит. А куда? Блин, смотри, я видишь, там. Руки торчат под камни. Где? Ой, ё-моё, мне сыкотно, братан! Где, где, где? Да вон там были ласки, а что там? Ладно, хрен с ним, побежали дальше. Шли, пойдем отсюда нафиг, мне здесь не нравится. Сейчас я возьму крышняку, всё, есть, попьем водички, отлично. Вообще. Идем. Ого. Сейчас, погоди, твой кореш сореться хочет. Я просто вернул, теперь мне это, песна займёт. Ну окей, давай, сваривайся. Давай. А где мой костер? Ты чё, комары? Где мой костер? Сан Саныч, где мой костер? Где мой костер? Алло, Галерка, где мой костер? Ой, ой, они там, Карифан, они там ходят, два блин, мужика. Глянь, везде шоколадки на пол. А, это не шоколад. Давайте загандосим. Стоп, почему я палку взял? Ой! О, чё, Бэмби, алё. Гандонь, гандонь. Так, сейчас нужно включиться. Идём, идём. Там он еще одно чучело ходит. А, не на пол, ты напалась, фраер лесной. На прыжке типа больше урона наносит. О, еще, 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 смотри. Хед тупо повесил. На вас, охот. На голову отрубать, потому что мало ли что сам. Аще. Когда нас много, то это тема. Аще. А может, жалко, что нельзя его анус своровать. Угу. Угу, что это такое? Чего там? Лол, чё? Что это такое? Чё? А о, чё, братухи, братухи, там шестирукая, шестирукая хрень. Угу. Кидайте, кидайте коктейли молотова. А у меня, блин, я ничего сделать не могу. А я ничего не слышу вообще из этой воды. Хотя, я попробую стрельнуть. Там это шваль ходит. Братан, ты чё, психопат, что ли, алё? Попал, не попал. Чё, о, загорело, загорело, отлично. Чё прицела нету, алё? Где? А, у тебя тоже есть? Чё, короче, нужно немножко ниже блин, целиться. Блин, там куда-то ещё проход есть. О, я попал, попал ещё раз. Сейчас, не, в этой игре убить. Физика есть. О, я попал! И ты попал. Там надо эту шестеруку убить. Смотри, как круто сделали. Хера тут, слушай. А, о-о-о, бегает, бегает снизу, смотри. Так, сейчас как-то вот так вот. Патроны. Ну, понял, что у меня закончились? Блин. Флайра закончились. Как проапгрейдить? Палка, палка. Ой. О, лучше. Ты спустился вниз? Да. Так, ладно, я к тебе, братуха. Давай, валим, валим. Я. Сейчас я флайеров накидаю, чтобы вижу был. Давай, ой, это босс, ой, это босс, ой, понял? Ой. Я коктейль молотова сделаю. Отвлекайте кидай, да, кидай, 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 по ним. Отвлекайте ее, я делаю коктейль. Эй, детка, хочешь попить? Отойдите. А, отходи, 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 братуха, сейчас коктейль кинем. Кидай, кидай, кидай. А что, не поджог? Ты подпалил? Он не поджог. Мразь тупая, а. Ой, ой, подними, 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 черт, 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 черт. Сейчас, ах, сейчас, сейчас. Нет, чуваки, посмотрите на это. Это что за шахта вниз? Мы сейчас до центра земли дойдем так. Подними, посмотрите, братуха, подними, это. Я сейчас умру. Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Бегу, бегу, пытаюсь.
Давай, давай, давай. О, спасибо. Глянь, она горит! Ха-ха-ха! Наступаю! Гандонь, 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 гандонь. Сейчас, видите, я пока сейчас еще как-то... О! Убили! Хера! Ладно, чуваки, убили! Чуваки, посмотрите за мной, вы хоть раз такую видели, посмотрите. А ну... Посмотри, мужик, мужик, мы босса убили, ё-моё! Босяру. Лол. Нихера. Вот, а чё у него с жопой-то? Ты подзырь, чё... Посмотри, что у него с жопой. У него маленький писюн есть, смотри, у него маленький писюнчик. Писюнчик, вот, писюнчик! У тебя тут здесь труп лежит? Вот, смотри. У меня вот здесь лежит. Лалка, вон, писюнчик у нее маленький. Это не тот труп. Видишь, у него маленький писюнчик. Да, 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 вот, блин, там убили маленький писюнчик такой. Писюнчик! Так, не надо, а то сейчас YouTube парится. Смотри, что я делаю, братан. Ой-е, ой-е, гадли. У меня труп здесь лежит. Подзырь, какая там шахта, ты сейчас просто охренеешь. Чуваки, может, вниз пойдем? Пойдем. Идем, идем. Мне вот эти приколы сверху немножко пугают. Давайте пообрушиться мы. Да. Блин, я не знаю, как распуститься. Ты подзырь, блин, реально огромный шахт. Ну чё, братан, веди нас, мы за тобой, типа. Поднимайся, поднимайся. Я там веревку вижу. О, тут лес подвешенный. Блин, часы нашел. Звук такой ужасный, кошмар. Вот, сверху что-то подобрать его. Я перепрыгнул. Боже мой! Так и знал, так и знал, что ё-моё! Охренеть! Стрику, где вообще? Просто обоссаться, Сан Саныч. На, чувак, тут исследовать есть что. Так, надо обшаривать вот эти вот трупы. Подожди, уходи, ё-моё, тут я веревку вижу, там Вася, там внизу, походу, такая жесть творится вообще, глянь. Можем в следующей серии туда спуститься, когда нас больше будет. Да, похоже, такая жопа. Давай здесь чекпоинт сделаем, засейвимся. О, да-да-да-да-да. А, так это надо было возле... сейчас, короче, выйдем с пещеры, и можно будет чекпоинт поставить. Чтобы мы знали, куда идти. Ну, это обосраться, конечно, да. Чуваки, там даже водная пещера какая-то. Идем, идем. А, я буду твой попец нюхать. Как тебе мой запах, бро? Братан, как давно ты подмывал свой пукан? Ну, года два уже. Тима, с последних взрывов ты его не мыл, да? Да. Ахахах, засос. Ахахах, засос. Засос, чувак, что я? Я нашел невидимую стену, тут нельзя даже пройти, тут невидимая стена, лоу. Ну, это дико, смотрите. Сейчас заценим. Это, наверное, конец пары. Это, походу, текстуры уже. Да. Да. Лалка. Понятно. Алло! О! Вверх, о, посмотрите, о, ребята, о, ребята. О, вот, вот, нашли, нашли то, что надо. Чё там, чё там? Здесь поеду... Вася, кейс, открывай, открывай, там что-то кейс, есть. Кейс. Нож, нож выпал. Охренеть! А мне, кстати, у меня уже три кейса есть. Какие? ХЗ. Shadow, Shadow есть у тебя? Нет, к сожалению. Про Shadow ты мне говорил, типа. Да, да. Если бы он выпал, я бы его сразу продал. Ха. Не, ну уже они недорогие. По доллару, ну тоже нормально. Уже меньше, уже меньше. Да? Да. Та цена там быстро падает. Так, надо найти выход отсюда. Стоп, чудо, я хотел подняться, то я спустился. Я тоже! Это походу из-за того, что мы с тобой вместе пробовали. Нет, это потому что ты черный, а я белый. Белый, да, это потому что я черный. Братуха, надо найти выход отсюда. А то там серия на час, наверное, не получится. Уже больше. Выход. Еще. О, уже спина болит. Я так долго обычно не сижу на одном месте. Типа лежишь периодически? Ну там, блин, стою, занимаюсь, там еще что-то. Лол. Тихо, попить надо. Так, там ящик был очень... А, ну как, нормально так, бутылочек. А, мне, кстати, подписчик один подарил, короче, две или три пушки в КС. Какие? Одна какая-то Star Trek. О, Star Trek четкий. Я подзырю. По-моему, MP9, если не ошибаюсь. Или... MP90 или MP9?
Ну там какой-то пистолет пулемет вроде. Я под дверью. Сейчас, да, что за подстава, ты посмотри. Как вы вниз спустились? Там склон, да, вот так просто по чуть-чуть. Скайся аккуратно. Лоу. Охренеть! Охренеть! Играл бы я сам, я бы не рискнул, братан. Никто бы, наверное, не, ну есть такие. Этот чувак просто психопат. Ты посмотри, посмотри, как он спускается. Стой, ты что там плыв? Ты на дно спустился, типа? А что там, братух? А? Я наверху не был, я решил к вам обратно спуститься. Мне так страшно, я даже вниз смотреть не хочу, братан. Мне просто очко сейчас разыграется. Так, мы сейчас посмотрим, что там сверху. Охренеть. Надо уже реально выход найти. Прикинь, сейчас приходим и тупо постройки нет. Охренеть, там же дома на деревьях. Тут реально вот выходят вот эти вот мутанты, и они уже разрушают твои постройки, их надо чинить. Нормально, блин. Да. Так, стоп, это мы походу на противоположную сторону. Ай, да, главное. Аще! Аще, аще. Да, это мы, короче, вернулись, там не было смысла спускать. А, стоп, так это что? Что, идем на выход? Или это тоже... Пойдем? Это тут, откуда мы и постану уже. Да, это... А, вот, короче, мы вот здесь вот не были. Мы, получается, сзаду пришли, а вот это... Такой паровозик, блин. Да, вот здесь мы не были. Воу, и чё это? Воу, йоу! Выход, наверное, стопудэ выход. Вася! Да, это выход. Да я махну. Чё, каши мало ел? Лол, надо достать топор, короче. Топор, да. Ой, чё он меня бьёт? А, это ты меня бьёшь, жопа шли. Да, Вася, ты меня чуть не убил, блин, галёрка. О, смотри, смотри. Сейчас. Опа. Пробуйте. Да, я с этой стороны буду бить тогда. Аще! О, у меня почти вышло! Аще! А, тут реально их разрушить. Ну, давайте бейте, короче. Так, слышь, необычная система. Странно, что он не развалит. Пробуйте перепрыгнуть. А. Так, сполохуйка. Меня твой кореш чуть не убил. Захелься, или у тебя нет хельси? Да нету в этом-то и прикол. Эпичай. Ащ! Это, конечно, хорошо. Оу. Как дальше-то? Наверное, вот сюда, я смотри. Блин. Чуваки, тут пусто. Мы зря сюда шли. Сан Саныч, глянь, что умею. Ты это видишь? О, а, о, у. Ни хрена, как ты... Погоди, как... Я Саник. Как ты так забрал? Братан, глянь, что я... Я жопой хожу, посмотри. Что за хрень? Ой! А, да, в натуре. Я застрял. Братан, я застрял. Ой, сейчас шлепнусь. Сейчас шлепнусь. Привет, братан. Мешок с говном. Аще, ты меня достал. Аще. Ебать, чуваки, подождите меня. Как вы залезли? Чё за жесть? Липа ж... Короче, в детстве сладости много ели, жопа слиплась, понял, теперь... Во-во! Так стой, братан, погоди, ты-то... А, вот, всё, я тоже вылез. Лол, жопой по скале ползать, нормально. Нормально, так, Симс летит. Смотри. Глянь!
Лол, стой! Тут, наверное, динамит надо. Короче, братан, секрет в том, что нужно жопой к скале прислониться и нажимать постоянно прыжок. И ты каким-то чудным образом начнешь жопой сковыриваться, взбираться, скажем так, по горам. А нет, тут тупик. Лол. Как мы сюда вообще добрались, ё-моё! Да, это прикольный. Жопные приключения, понял? Жопа мэны. Давай тогда отсюда выбираться. Глянь, у него получилось! Да? Нихрена, да я сенсей. Стоп, а туда вроде пришли. Стоп, чё внизу? Так мы снизу пришли. Вот, смотри, вот тут короче, что-то есть. Валка! Обалдеть! А чё там ничего не видно? Чё? Тихо. Ох. Что? Где? Не понял. Лол. Ой. Ой. Вау, чё это за место? Ты вообще жив? Так, понятно. Кэнди Бобер. Пока, пацаны. Я падаю вниз, я не знаю, появлюсь я на карте или нет. Чуваки, все, я упал в бесконечность. Да, я тоже сейчас под картой. Фига, это Интерстеллар, пацаны. На самом деле мы, короче, сейчас в черной дыре. Короче, конец игры, ребят, мы прошли игру. Да, бля, как отсюда выбраться? По идее, если я правильно помню, то мы должны сейчас появиться где-то сверху. Погоди, тебе еще показывают, что ты падаешь вниз, а мы сверху? Да. У меня тоже самое. О, слышишь, я могу кикнуть, могу забанить любого. Лоу. Ману, ты ж типа админ. Ого. Бежаю на стрелке за вас. $500. 500 на... Пернуть ножом с завода? $500. Выдать вакбан косарь. Косарь, да. Ну что, друзья, я полагаю, что на этом конец, ибо чувствует моя жопа, что отсюда не выбраться. Поэтому всем огромнейший спасибо за просмотр. Напоминаю вам, если вы хотите поиграть с нами, просто достаточно поставить большой палец вверх, подписаться на наш канал и написать в комментариях об этом. И вы обязательно сыграете с нами. Вот, я приношу... Хочу сказать... Извините всем подписчикам, которые ко мне добавлялись ради того, чтобы поиграть со мной. Не было дело на самом деле, мужик. Но я считал, что я больше не буду играть за Forest, но Сан Саныч рассказал мне, что вышла нормальная обнова. Теперь действительно можно играть. То есть, и вот мы снова играем. Все, братан, походу никак, просто только выйти. Я тоже карты не вижу, я вижу только ваши ники. Спасибо, все, давайте, ребята, всем удачи, друзья.